Северный русский народный хор побывал на гастролях в Онеге. Последний раз онежане смогли побывать на подобном концерте 3 года назад. К 70-летию Победы в репертуар хора включены песни военных лет, а всем известную «Катюшу» подпевали и зрители в зале. Фольклорные произведения в исполнении оркестра народных инструментов и танцевальные номера публика также встретила на ура. Такой позитив. Прямо самим плясать хочется. Так в чем же дело? Музыки нет. Вот сейчас пойдем по дороге до автобуса, пока идем. Будем приплясывать. Лужин-то как раз в нашем. Онежские журналисты смогли расспросить свою землячку, артистку Северного хора Лену Коновалову, о том, как ей работается. Я пришла не так давно, в 2010 году, в сентябре. По-моему, даже в 2011 точно не помню. Выходила в декрет, но общий стаж у меня 4 года работы. Нравится? Очень нравится. Безумно. Я понимаю, что это прям мое, и меня оттуда не выгонишь. Артисты хора отметили, доверие онежской публике необходимо заслужить. Онежская публика тепло воспринимает. Сначала так как-то осторожно все, да, как-то раскачивалось. И, наконец, в конце уже дали тот заряд, который вот требовался.